Обычный жаркий день в Подмосковье. Рыбаки, озеро, утки гуляют. Казалось бы, ничего особенного. Конечно же, тут в округе уже все оцепили. И ближе не подойдешь, но мы попробуем. Мы немножечко сегодня нарушим, если получится. В общем, вот он тот самый кран. Кран уже упал, все в округе отцепили, конечно же. Меня не пускают. Но я вот вам вот так вот немножечко кусочек сниму. Вот такие вот новости. Просто оказалась рядом, и вот так вот падают краны. Да, был сильный ливень, буквально он всего полчасика, наверное, был максимум, если не 20 минут. Но очень сильный ливень, порывы ветра. Напоминаю, что сегодня 28 июня 2021 года. Новые Островцы, стройка. Вот сейчас разгребают завалы. Пока информации о пострадавших нету. Ну, предварительная информация такая, что вроде как тьфу-тьфу-тьфу, никто не пострадал. Вот так. Куда же без репортеров? Они уже тут что-то снимают. Тоже прокрались, как и я, лесными тропами. Вот здесь вот у нас в Новых Островцах упал кран башенный, вот вон видно его ноги, к сожалению, отсюда не особо понятно, упал он на второстепенную дорогу, но тем не менее здесь машины ездят вот туда, получается, в Новые Островцы и из Новых Островцов. И очень даже запросто кран мог упасть на людей и на машины, потому что здесь проезжая часть, здесь маршрутки ходят, в том числе. Хоть и не оживленное шоссе, у нас шоссе основное вот там вот проходит, вот там вот дальше, вот там. Вот, вот так вот лежит. Красиво. Очень надеемся, что никто не пострадал. Но вроде как машин не было, надеюсь, что крановщика на месте тоже не было. Опа. А вот и машина скорой помощи приехала. А-а-а.
хотели, наверное, в Новые Островцы проехать, а тут перекрыто. Потому что вот вроде надеюсь, что все живы. А вы туда, наверное, да, в Новые Островцы? Это вам объезжать. Ну, в общем, вот такие вот. Так что людям теперь выезжать с другой стороны только. И скорой не проехать напрямую. Вот скорая к кому-то торопилась. Вот так торопилась, что даже не заметила ленточки. Но это не страшно, это бывает. Там есть объезд. Скорая, я надеюсь, успеет к человечку. Скорая не на стройку, значит, ехала. Ну, вроде как, надеюсь, все живы и здоровы. Ну, в общем, вот такие вот грустные новости. Ага, для архива семейного. Да я знаю, я просто тут езжу каждый день, страшно. Мне вот взять и рядышком вставил машину. Никто не пострадал? Пронесло. Слава богу. Ну, как всегда, почти там рядом вставил. Угу. Так, пишут в чате, то уже полском падает, то отца, вон рядышком. Да. Там спальный район у нас. Лейтенанта нет, двигателя нет, и машина не ездит. Ну. Тишина. Да уж. У вас тоже телевизор не показывает? Нет. Вы в каком доме? А, у меня показывает. Я через дорогу вот там. Мне повезло. Я просто тут езжу, постоянно разворачиваюсь на этом перекрестке. У нас ничего нету. Я поняла. Район. Сочувствую. Нет, хорошо, нормально. Хорошо. Тихо. Ну, хорошо. Пообщалась с местным жителем, говорит, у них теперь спальный район, интернета нет, света нету, телевизор не работает. В общем, красота, говорит, на прогулку вышел. Туда, естественно, не пускают, но зрелище такое себе. Такие вот дела. Будьте аккуратны.